Для того, чтобы начать оздоровление, мы вам предлагаем сделать первый шаг. Первый шаг – это очень важный шаг на пути нашего здоровья, и он должен быть самый продуманный. Вот самый продуманный шаг – это гидратация оптимальная плюс ощелачивание одномоментно, одновременно. И для этого мы предлагаем три продукта. Первый продукт, как я уже рассказывала, это композиция Coral Mine. Щелочные минералы с японского острова Окинава, основа долголетия японцев. Второй продукт – это молоко гор, H-500. Антиоксидант щелочного направления, который будет способствовать восстановлению энергетических процессов в организме и повышать уровень энергетики. И третий продукт – это пентакан. Это эксклюзивные продукты кораллового клуба, разработанные специально для оздоровления людей во всем мире. Но когда они соединены в одну линейку, Coral Mine, H-500 и пентакан, это можно назвать системой профилактической гидратации. Гидратации клеток, гидратации тканей, гидратации органов, в результате которой мы получаем сдвиг кислотно-щелочного баланса в щелочную сторону. А в щелочной среде лучше работают ферменты, гормоны. Мозг имеет лимфатические озера, которые имеют щелочную реакцию. Вообще все жизненно важные органы в организме человека имеют щелочную реакцию. Это кровь 7,4, это лимфа 7,5, это спинномозговая жидкость, это слизистая, это содержимое тонких участков кишечника, а это достаточно продолжительное, это достаточно продолжительный орган. Это все, что связано со слюной. Это молоко матери, оно тоже за счет кальция имеет высокощелочную реакцию. И кислыми в нашем организме является только желудочный сок, потому что это барьер для проникновения инфекции вместе с едой в наш организм. И кислая у нас моча. Значит, моча кислая для того, чтобы она могла качественно выводить из организма вредные, ненужные нам органические кислоты. Ну, и все знают, что у нас кислая кожа, то есть пот, он тоже